тогда. Да бред это, Илюха. Я и сам поначалу не поверил, а глянул в стороны. Гроб с покойничком летает над крестами, а вдоль дороги мертвые с косами стоят. И тишина. Срочное донесение, товарищ командант. Сбруевка освобождена отрядом каких-то мстителей. Каких-то? А каких? В точности неизвестно. Они в точности. Вы связь какую-то с ними наладили? Это невозможно, товарищ командант. Почему? Их нет. Кого? Мстителей. А Сбруевка? Сбруевка есть. Ничего не понимаю. Сейчас. Степью зловещей ворон пусть не кружит. Мы ведь целую вечность собираемся жить. Если снова над миром грянет гром, небо вспыхнет огнем, вы нам только шепни. Все-таки мы решили послать именно вас, как бывших партизан, как неуловимых, что ли. Сейчас вся эта недобитая нечисть подалась на юг. Будьте осторожны. У нас есть работенка.